Потому что никогда мы раньше не стояли так близко к возможности утраты территориальной целости нашего государства. И, к сожалению, мы прошли только первую фазу этого противостояния. Жертвы Майдана, вечная им память, они только остановили окончательное формирование авторитарного диктаторского режима в нашей стране. Но они не могли, даже отдав свои жизни, создать нам действительно демократическую форму правления с тремя независимыми ветвями власти. И я бы очень хотел, обращаясь к нашим российским коллегам, друзьям, еще раз напомнить, та информационная кампания, которая ведется целенаправленно в России, которая абсолютно неадекватно показывает то, что произошло в Украине, она фактически готовит население России, в том числе и к тому, что Россия может, используя свою национальную военную доктрину, применить силу для защиты своих граждан и русскоговорящее население.